Антон Павлович Чехов. Бумажник. Три странствующих актера, Смирнов, Попов и Балабайкин, шли в одно прекрасное утро по железнодорожным шпалам. И шли бумажник. Раскрыв его, они, к великому своему удивлению и удовольствию, увидели в нем 20 банковых билетов, 6 выигрышных билетов второго займа и чек на 3000. Первым делом они крикнули «Ура!», а потом же сели на насыпи и стали предаваться восторгам. «Сколько же это на каждого приходится?» — говорил Смирнов, считая деньги. «Батеньки, по 5000 445 рублей. Голубчики, да ведь это умрешь от таких денег. Не так. Не так я за себя рад, сказал Балабайкин. Как за вас, голубчики мои милые. Не будете вы теперь голодать, да босиком ходить. Я за искусство рад. Прежде всего, братцы, приеду в Москву и прямо... Ай-я! Шей ты мне, братец, гардероб. Не хочу пейзанов играть. Перейду на амплуа Фатов да Хлыщей. Куплю цилиндр и шипокляк. Да, 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 для Фатов серый цилиндр. Теперь бы на радостях выпить и закусить, заметил премьер Попов. Ведь мы почти 3 дня питались в сухомятку. Да, 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 да. Надо бы теперь чего-нибудь... Этакого, а? Да, не дурно. Да, не дурно было бы, голубчики мои. Согласился Смирнов. Денег много, а есть нечего, драгоценные мои. Вот что, миляга Попов. Да, да, да. Ты из нас самый молодой и легкий. Возьми-ка из бумажника рублевку и маршируй за провизией, ангел мой хороший. О, вон деревня, видишь, за курганом белей церковь. Верст 5 будет, не больше. Видишь? Да, вижу. Ну вот, деревня большая, и ты все там найдешь. Купи водки, бутылку, фунт колбасы, да хлеба и сельдь. А мы тебя подождем здесь, голубчик любимый мой. Попов взял рубль и собрался уходить. Смирнов со слезами на глазах обнял его. Поцеловал 3 раза. Перекрестил. Ангел, душа моя, иди. Иди. Балабайкин тоже обнял и поклялся в вечной дружбе. И только после целого ряда излияний, самых чувствительных и трогательных, Попов спустился с насыпи и направил стопы свои к темневшей вдали деревеньке. Ведь это такое счастье, размышлял он дорогой. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Ах, ну теперь в родную кострому соберу труппу и выстрою там свой театр. Впрочем, за 5000 нынче и сарай путного не выстроишь. Вот если бы весь бумажник был мой, ну тогда другое дело. Такой бы театрище закатил. Такой, что мое почтение. Собственно говоря, Смирнов и Балабайкин, и же так актеры. Это бездарности. Свиньи в ярмолке. Тупицы. Они деньги на пустяки изведут. А я бы пользу отечеству принес. Из себя бы
обессмертил. Вот что я сделаю. Возьму и положу в водку яду. Они умрут, но зато в Костроме будет театр. Такого не знала еще Россия. Вот так. Кто-то, кажется, Макмагон сказал, что цель оправдывает средства. А Макмагон был великий человек. Рассуждал так, спутники его, Смирнов и Балабайкин, сидели и вели такую речь. Наш друг Попов славный малый, говорил Смирнов со слезами на глазах. Люблю я его. Глубоко ценю за талант. Я влюблен в него. Но, знаешь ли, эти деньги сгубят его. Сгубят. Он или пропьет их, или же пустится в аферу и свернет себе шею. Он так молод, что ему рады щемить свои деньги. Голубчик ты мой хороший, родной ты мой. Да, 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 да. Согласился Балабайкин и поцеловался со Смирновым. К чему это, мальчишки, деньги? Другое дело, мы с тобой. Мы люди семейные, жительные. Для нас с тобой лишний рубль многое уж значит. Многое, правда? Знаешь что, брат, не станем долго разговаривать и сентиментальничать. Возьмем, да и убьем его. Да-да-да, тогда и тебе, и мне придется по 8000. Убьем его, а в Москве скажем, что он под поезд попал. Что? Я тоже люблю его, обожаю, но ведь интерес и искусство полагаю прежде всего. К тому же он бездарен и глуп, как эта шпала. Что ты, что? Испугался Смирнов. Это такой славный, честный. Хотя, с другой стороны, откровенно говоря, голубчик ты мой, свинья он порядочно. Дурак. Интриган. Сплетник, придоха. Если мы в самом деле убьем его, то он сам же будет благодарить нас, милый ты мой дорогой. А чтобы ему не так обидно было, мы в Москве напечатаем в газетах трогательный некролог. Это будет по-товарищески. Сказано, сделано. Сделано, да. Когда Попов вернулся из деревни с провизией, товарищи обняли его со слезами на глазах, поцеловали долго, уверяли его, что он великий артист, потом вдруг напали на него и убили. Чтобы скрыть следы преступления, они положили покойника на рельсы. Разделив находку, Смирнов и Балабайкин, растроганные, говоря друг другу ласковые слова, стали закусывать в полной уверенности, что преступление останется безнаказанным. Но добродетель всегда торжествует, а порок наказывается. Яд, брошенный Поповым в бутылку с водкой, принадлежал к сильно действующим. Не успели друзья выпить по другой, как уже бездыханные лежали на шпалах. Через час над ними с карканьем носились вороны. Мораль. Когда актеры со слезами на глазах говорят о своих дорогих товарищах, о дружбе и взаимной солидарности, когда они обнимают и целуют вас, то не очень увлекайтесь.